Проект «Диалог с прокурором», организованный Комиссией по поддержке молодежных инициатив Общественной палаты Российской Федерации, посетил Республику Дагестан. 23 сентября в Махачкале состоялся круглый стол с участием прокурора Республики Рамазана Шахновазова и представителей молодежи и общественных организаций Дагестана. Также в мероприятии приняли участие председатель Общественной палаты Республики Дагестан Гамзат Гамзатов, председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по поддержке молодежных инициатив Сангаджи Тарбаев и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. В ходе встречи были подняты и обсуждены многие проблемы, актуальные как для региона в частности, так и для страны в целом. В их числе противодействие экстремизму и терроризму на правительственном и гражданском уровне, борьба с распространением наркотических веществ, рост подростковой преступности, антиалкогольные и антитабачные инициативы, правовое просвещение населения и защита прав граждан. По итогам встречи прокурор Республики Дагестан выразил намерение расширить проект и в дальнейшем проводить встречи молодежи не только с работниками прокуратуры, но и с другими представителями власти.